Здравствуйте! Сегодня мы с вами построим график уравнения x плюс y равно 5. Значит, ну, прежде чем строить график этого уравнения, мы с вами должны обязательно выразить y. Значит, y оставляем. Пятерка стоит после равно на своем месте. А x переносим в противоположную сторону со знаком минус. Y равняется 5 минус x. Для любого уравнения нужно заполнить таблицу. Значит, таблица стандартная. X, y. И содержит она всего две ячейки. По x нужно взять точки 0 и 2. И давайте мы с вами подставим эти точки в получившееся уравнение. Итак, y равняется, если x равен 0, то это будет 5 минус 0 или 5. Сразу пишем в наше уравнение, в нашу таблицу, извините. Далее, теперь мы с вами построим вторую точку. Y равняется, подставляем двойку, получаем 5 минус 2 равно 3. Отмечаем точку 3. Итак, мы должны построить две точки. Первая точка 0, 5, вторая 2, 3. Итак, 0 у нас это перекресток. И на 5 клеток вверх. 1, 2, 3, 4, 5. Вот она, первая точка. 2, 3. Первая координата это x, то есть 2. 1, 2. И на 3 клетки вверх. 1, 2, 3. Вот она, вторая точка. И проведем прямую линию. Далее мы можем подписать y равняется 5 минус x. То есть мы с вами построили сейчас уравнение прямой. Спасибо за внимание.